все, мужики! У меня есть открывалка с собой, и у Таньки есть, что, ну, мы все, просто отлично. Рядом положим. Отлично. Короче, мы как бойцовский клуб приехали вечером на заброшенный стадион, где никто нас не увидит, и будем тестировать пивную милю. Нам хочется посмотреть, как это выглядит, замерить участок. Взяли добровольцев, самых отважных. Взяли пиво. Вот, и сейчас будем делать. Для тех, кто не знает, что это такое, то пивная миля – это 4 круга по 400 метров. Каждый участник должен выпить 4 банки пива и пробежать 4 круга по 400 метров. Пиво необходимо выпивать до начала круга строго в транзитной зоне. После того, как участник выпил пиво, он должен показать, что в банке ничего не осталось. Пить пиво можно только предоставленное организаторами. Если участника вырвало во время прохождения дистанции, он обязан пробежать штрафной круг. Внимание! Погнали! Или пришла суббота, и времени свободного было. Домашние проблемы становятся системой, и сам ты превращаешься в дерьмо. И стоит дело пиво, всегда найдется выход. Тебе его найдут твои друзья. Ведь если жить пиво, и имя ему пиво, ты пьешь, поверь, никак нельзя. Третья, да? Угу. Сука, стой, что ты творишь? Палку взял, кидайте. Спортивное поведение. Я перестал тебя уважать, все. Чего? Ты мне не друг. Не, все, мне не хватит. Сходишь с трассы? Сходим. Четвертая, правильно? Да. Чипсы взяли, кому взяли чипсы? Мы доедим. Вообще просто конь. Да, но тяжелее. Да, ну, я уже живу, блин. Дотация. 10:40 где? Так. Сейчас я ждал и чипсики. Один пробежал у нас за 10:40, скажу поточнее, 42. Вот. Женя бежит сейчас третий круг, но Женя уже нарушил правила, слетел с трассы поблевать. Вот, это у него только третий круг. Ага. Получился. Я думал, что он не побежит уже на четвертый. Да? Не сдается врагу. Сигареты ему прикурить испачкать. Но пьянеешь быстрее, чем пьянеешь обычно. Ну конечно, ты же форсируешь. Ох ты, мать. Я читал, там вот выбиваешь 100 метров в таком темпе. Ну пока выпусти. 200 быстро и 100. Ну я не знаю, кто может его вот на уровне бежать с этим человеком. До поворота. Вот у тебя стоит здесь оно комом, там еще газы вот выливают. Стоит оно у тебя комом, и пока знаешь, ты сможешь, ну, нормально, ну, да, отрыжку надо сделать, дышать, да, и отрыжку сделал, побежал нормально. И как мы вовремя уложились, пошел дождь, такой прям сильный, то есть если бы мы, получается, опоздали бы там или приехали минут 15 попозже, то сейчас бы последний участник заканчивал бы все это дело под ливнем. Первое место человек справился со всем пивом и бегом полностью от начала, от старта до финиша за 10 минут 42 секунды. Я посмотрю еще результаты мировые, как вообще люди справляются. Один сошел с трассы даже с безалкогольным пивом на третьем круге, просто не смог уже его пить. Вот. Второй закончил вторым, но с безалкогольным пивом они пили
каждая банка 0,5. То есть получается, он выпил 2 литра пива, сделал милю бега. Время я не уточнил полное. И третий засекал только бег, поэтому такое примерное время. В общем, самый последний участник уложился, грубо говоря, за